Региональные ограничения на продажу алкоголя в Самарской области будут сняты. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на пленарном заседании губернской думы. За снятие ограничений проголосовали 32 депутата, 10 высказались против. Таким образом, время продажи алкоголя увеличится на 3 часа. Приобретать крепкие напитки можно будет с 8 утра до 11 вечера. Кроме того, отменят запреты на продажу спиртного в праздничные дни. Региональный закон приведен в полное соответствие с федеральным. Документ вступит в силу после того, как его подпишет руководитель области.